Всем привет-привет! Сегодня просто мега радостный день. Мне принес курьер посылочку от просто самой нежной, самой красивой, самой лучшей девушки, молодой, молодая мамочка. Ну просто принцесса в Ютубе. Ее зовут Альбиночка. Наверное, вы уже все о ней знаете. На нее просто до такой степени на нее приятно смотреть, что голова кругом идет. Мы обменялись подарочками, все я уже развернула, все уже расставила по коробочкам, пришло все вот в такой вот футляр для каких-то мелочей, сюда можно все ложить, он мягкий, вообще я обожаю такие вещи, очень красивый, нежный, ну, в стиле Альбины. Что мне пришло? Сейчас я буду вам показывать. Пришел мне вот такой блеск для губ, это блеск, написано Lip Lack, номер 24. Сейчас он у меня на губах. Это прекрасный блеск для губ. У него обалденный дизайн от фирмы Art Deco. Знаете, дизайн такой, даже не скажешь, что это блеск для губ, как будто бы тушь. Вот так он выглядит. Запах очень приятный, на губах он очень стойкий, очень красиво ложится. Ну, вообще, очень классный, мне он очень подошел. Спасибо, Альбина, тебе привет огромный, я просто безумно рада, что я все это получила. Мне все это нравится, все мне подходит, спасибо, ты прям угадала в точку. Скажу, Альбина не знала, что мне подарить, и она подобрала все, что мне подходит. Спасибо тебе еще раз, моя дорогая. Дальше. Прислала она мне, конечно, это было отдельно, она мне купила отдельно футляр, тоже для теней, тоже от фирмы Art Deco. Такой футлярчик, в него помещаются 4 тенюшки, тоже, которые она мне отдельно прислала, я их уже вставила. Или можно одну румяна и одна тенюшка помещается сюда. Ну, они все на магнитах, это магнитный такой футляр. Все это высовывается, я уже все засунула, мне все безумно понравились оттенки, просто обалденные сейчас два цвета, сейчас в этом сезоне безумно модные, вот эти два нюдовые оттенка просто обалденные, вот этот вообще цвет, он просто классный. И отдельно вот такой футлярчик, я безумно рада, что она мне его тоже подарила, я прям... восторги. Все это, конечно, было в коробочках, упаковано, я просто все распаковала. Дальше. Я говорю, я действительно мечтала об этом средстве, все как-никак руки не доходили, это база под тени, Art Deco тоже. Я ее сейчас нанесла как базу под блеск для губ, идеально, можно тоже под помаду наносить. Я нанесла под блеск для губ, мне очень он понравился, очень-очень-очень, вот так он выглядит. Вот такой он внутри, видите, я уже им попользовалась. Я много читала отзывов, видела в интернете девочки, говорили, что это очень хорошая база, ничем не хуже, чем базы от знаменитых дорогих марок. Что она мне прислала, это вот такие два замечательных лака. Тут вот такой мега модный цвет, знаете, он такой кислотно-оранжевый, супер яркий, то, что сейчас модно в этом году, спасибо. И вот такой красный цвет, все номера я тоже внизу напишу под видео. Очень удобно, что мини-версии, потому что у меня всегда засыхают мои лаки, я не люблю их разбавлять потом ничем. Как раз маленькие, то, что нужно. Вот, я безумно мега счастлива. Альбиночка, ты угадала, ты молодец, спасибо огромное, я очень-очень рада, и вообще привет тебе огромный, и все смотрите ее канал, советую, красный человек. И вот я не понимаю людей, даже я сейчас уйду от темы, которые пишут негатив под видео, под моим, под ее, там, под еще другими девочками. Вы не представляете, как это на самом деле трогает, как это на самом деле влияет на нас. Хотя мы говорим, что нам все равно, но на самом деле нам неприятно, и мы не понимаем, зачем вы это делаете, и неужели вы не можете спокойно жить, вам хочется сделать гадость какую-то человеку, и вы от этого кайфуете, я вообще этого не понимаю, почему вы не понимаете, что все вам вернется, все ваши подлости, это же карма, вы должны люди знать, кто пишет, занимается вот такой ерундой, и у вас по жизни, если, я думаю, если человек пишет ерунду,
плохие негативные комментарии, то значит он не очень как бы удачливый, не очень счастливый человек по жизни. И он пишет вот такие гадости. Но если вы хотите измениться, вы должны убрать негатив из вашей жизни и писать и думать позитивно, и тогда ваша жизнь изменится, и вы станете счастливым и просто прекрасным человеком. Так что, девочки, мальчики, не знаю, кто этим занимается, пожалуйста, перестаньте делать это все. Из-за вас девочки не перестают снимать видео. И вам же самим интересно, вы же сами смотрите, зачем вы все это пишете, вот эти все гадости. Я просто не могла не сказать об этом. Обращаюсь к вам, кто этим занимается. Перестаньте, пожалуйста, мы же все добрые, мы же все от одного Бога, и у нас у всех есть мамы, и мы мамы. И вот такой у меня был монолог. Всем спасибо, пока-пока.